мысль написал пару строк. Каждая строчка превращается в том, а может все это просто канон. И наша жизнь как книга, что состоит из стихов. Ее пишет не сочинён, а мы сами. Может, мы хотели, чтобы было не так, что ты местами историю не изменить, лишь и концы с концами. Но в итоге получится то, что мы написали. Может, мы хотели, чтобы было не так, что ты местами истории не изменить, лишь свести концы с концами. Но в итоге получится то, что написали. Как бы ни случилось так, все на своих местах, я наложу все так же страх, ведь с вами я, вы будете дрожать. Не нужно вам, конечно, писать, вы знаете, ты мой фанат, так повинуйся моему слову. Каждый гром будто ассасин, с виду боец, не то что ты. Тебя так волнует моя история, она о том, как каждая жизнь построена. И как бы ни случилось так, все на своих местах, я наложу все так же страх, ведь с вами я, вы будете дрожать. Не нужно вам, конечно, писать, признайся, ты мой фанат, так повинуйся моему слову. И как бы ни случилось так, все на своих местах, я наложу все так же страх, ведь с вами я, вы будете дрожать. Не нужно вам, конечно, писать, признайся, ты мой фанат, так повинуйся моему слову. Каждый игрок будто ассасин, с виду боец, но то, что ты. Тебя так волнует моя история, она о том, как каждая жизнь построена. И как бы ни случилось так, все на своих местах, я наложу все так же страх, ведь с вами я, вы будете дрожать. Не нужно вам, конечно, писать, признайся, ты мой фанат, так повинуйся моему слову. Случилось так, все на своих местах, я наложу все так же страх, ведь с вами я, вы будете дрожать. Не нужно вам, конечно, писать, признайся, ты мой фанат, так повинуйся моему слову. И как бы ни случилось так, все на своих местах, я наложу все так же страх, ведь с вами я, вы будете дрожать. Не нужно вам, конечно, писать, признайся, ты мой фанат, так повинуйся моему слову.